то, что такие результаты голосования, когда в два раза больше голландцев не готовы на ассоциацию Украины, не одобряют ее, чем готовы, это будет некоторым холодным душем для многих еврооптимистов в Украине. Потому что мало лишь говорить мантры о том, что Украина – это Европа. Мы должны доказывать это своими делами, а не лишь заявлениями о том, что мы хотим в Европу. Я не могу сказать также, что такой результат референдума является там, трагедией для Украины. Действительно, этот референдум консультативный, и дальше будет приниматься решение в парламенте, который может принять решение об одобрении ассоциации с ЕС, хотя теперь это будет осложнено, и будут местные популисты типа наших выступать, типа вот видите, народ так решил и так далее. Но я в целом хочу сказать следующее. Для здравых сил украинского общества этот референдум тревожный звоночек, что надо предпринимать больше усилий по реальным изменениям в Украине.